Всем привет! Ну что, мои хорошие, кто чем занят? У кого какие новогодние оставшиеся недоделанности? Я, например, еду сделать счастье для волос к Егору в Бублик. И мы тут сейчас стояли в пробке. Чувствуется, что, конечно, они все еще действительно сделали все предновогодние дела. Колитесь, кто сейчас еще занимается новогодним столом, рубит селедочку под шубой. И, кстати, хочу заметить, мы его с вами очень ждали. Это же снег. Он же выпал. Я же говорила, что все подумаем. Если все подумаем, то снег выйдет. Да, мы так сильно все просто думали. И вот чуть-чуть надумали, чуть-чуть выпал снежок.